Более 100 человек, в том числе трое граждан Японии, получили различные травмы в результате крупного пожара, который произошел на одной из фабрик, расположенных к югу от филиппинской Манилы. В связи с ЧП с предприятия эвакуировали 15 тысяч рабочих, которые в этот момент находились внутри горевшего здания. Как отмечают медики, 10 человек в критическом состоянии. Чтобы не погибнуть в огне, людям пришлось прыгать из окон. Сейчас пожар уже потушен, а о причинах случившегося не сообщается.